За незаконное использование земельного участка штраф. Специалисты управления муниципального контроля администрации Чебоксар проверили соблюдение требований в сфере земельного законодательства при использовании участка по улице Обиковская. Площадь земельных участков определяется с помощью спутниковой съемки. Если владелец земельного участка пользуется им незаконно, не имея на него прав, то специалисты управления муниципального контроля просят нарушителя освободить его. Этот участок уже не принадлежит женщине, но она продолжает обрабатывать землю. Специалисты управления неоднократно отправляли бывшей владелице постановления и акты обследования. Но пока дело не сдвинулось. Кроме того, нарушитель не присутствовал во время проверки, хотя была проинформирована о приезде геодезистов. Сейчас материалы дела будут переданы в Росреестр, в прокуратуру и суд столицы республики.